Добрий вечір. В ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди у цей час, програма «Добрий вечір». Наша гостя сьогодні Яніка Мирило, член правління Центру європейської інтеграції та розвитку України, директор з інновацій Львівської міськради. Добрий вечір. Доброго вечора. Собственно, Яніка, городские средства массовой информации уже сообщили о том, что подписан меморандум по реализации программы «Платформа электронного города» в городе Николаеве. Вы среди подписантов. О чем идет речь? Речь идет о создании широкого масштаба электронных решений. Это не значит точечная электронная очередь или петиция. Это значит комплексный подход прозрачности, эффективности, открытости власти. Хорошо, города. Прошу прощения. Вот смотрите, вот сейчас у нас, в принципе, аудитория потенциально это город Николаев. Угу. Очень разные люди, разного возраста. Что это значит для этих людей? Это значит, что, во-первых, создать открытость власти, это значит открытый бюджет. То есть, чтобы понятно было бы, куда город тратит деньги. Открытые закупки, то есть выводить все тендера и закупки города на аукционном принципе, кто выиграл аукцион, почему выиграл. Всю информацию открыть, которая городская и не является тайной. С кем подписаны разные договора, почему, на основе чего. Электронные услуги, что не надо стоять в очереди где-то в ЦНАПе или в горсовете, но, возможно, через интернет получить, например, какую-то справку, которая нужна. Во Львове работает, например, 30 электронных услуг. Справка о несудимости, справка о доходах, стан семьи и так далее. Что можно просто через свой интернет-банк войти в интернет и заказать нужную услугу. Вместо того, чтобы постоянно стоять в очереди в ЦНАПе несколько раз и так далее. Конечно же, это, надеемся, что будет электронная история болезни в будущем. Это значит, что я вижу, например, могу записаться в очередь в больницу, а также вижу, какие диагнозы мне врачи ставили, какие анализы, какие результаты, какая диагностика и так далее. Это очень комплексно, все, что мы говорим, электронное правительство. Но в первую очередь услуги, чтобы не надо было постоянно стоять в очереди где-то в ЦНАПе. То, что вы говорите вот сейчас, ну я не знаю, я может так вот так, с точки зрения рядового николаевца рассуждаю. Это настолько нереально, что звучит как фантастика. Вы сколько времени отводите на вот реализацию этого всего? Ну, пример Эстонии – это для полной 100% электронных услуг, это 15 лет. То есть я сегодня в Эстонии не общаюсь ни с одним чиновником. Предприятие могу зарегистрировать за 20 минут. Все справки могу получить через интернет. То есть вся жизнь электронная, даже проголосовать через интернет. За местное самоуправление, за Верховную Раду и так далее. Во Львове мы создали за 7 месяцев уже 30 электронных услуг и до карточку, то есть карточку жителя, через которую можно проехать в транспорте на первых линиях, уже можно использоваться пилотно, через мобильный телефон заказывать некоторые справки как пилот. То есть за 7 месяцев мы уже создали комплекс услуг, открыли бюджет, вывели закупки прозрачными, понятными. Очень, мне кажется, ощутимые результаты, что возможно сделать не за 15 лет, а уже быстрее. Ну, насколько я понимаю, вы же, собственно, с лета текущего года вы стали советником городского головы Львова, да? Я с прошлого года стала советником, то есть работала примерно 7 месяцев, когда мэр сделал предложение уже перейти в более исполнительную должность, то есть не просто советовать, но и внедрять и более масштабно не только электронное рядование, но и инновации. То есть как, например, университеты сотрудничают с городом, как IT-предприятия сотрудничают, чтобы была бы взаимосвязь поддержки. Я, собственно, почему спросил по поводу Львова, потому что ну, у Львова вообще и у мэра Львова в частности, в Украине такой имидж такого новатора. Да. Но я так допускаю, что во Львове что-то делалось и до того, как вы пришли. То есть некая база, некая почва уже была подготовлена. Или, собственно, вы пришли и начали это делать? Нет, конечно, почва была в виде хорошей молодой команды. Были уже некоторые решения, но не было электронных услуг. Мы создали вообще в Украине возможность предоставлять услуги, потому что мы создали возможность через интернет получать их и так далее. Но все-таки, если мы говорим, что у мэра Садового имидж реформатора или новатора, есть у нас другие города, как Харьков, где удивительно много электронных решений есть. Есть у нас в Киеве есть некоторые решения, в Днепропетровске. То есть это они все-таки не совсем единый оазис, а независимо от новатора или реформатора уже и в других городах сделано многое. Хорошо, ну тогда вот то, что называется, может быть в качестве небольшой справки. Собственно, в Украине, насколько я помню, вы появились в качестве и в статусе советника министра экономики и развития Украины в январе 2015 года, да. Правильно?
И, собственно, в этом статусе вы пребывали достаточно непродолжительный период времени, и потом ушли из этой должности. Вы сказали, что невозможно реализовывать в Украине на национальном масштабе электронное правительство. Я правильно понимаю? Ну, не совсем. Я сказала, что у министра экономики есть другие приоритеты, и его приоритет и не полномочия сегодня создавать электронное правительство. К сожалению, министр экономики не может создать электронное правительство. Эти функции разделены на много министерств. Может создать премьер-министр стратегию развития, требовать результатов, но не могут отдельные министерства. У них нет полномочий через другие министерства. Из-за этого мне показалось, что более продуктивно работать с разными министерствами, разными городами и поддерживать создание их решений, пока у нас нет полной воли свысока создать общую стратегию. Это важно на самом деле. Невозможно построить рай все-таки в одном отдельно взятом областном центре. Даже если вы приводите позитивный пример Львова, хорошо, окей, может быть, там один отдельно взят Львов. Мы же говорим все-таки о стране. В Эстонии, вот, кстати, как? В отдельных городах или была все-таки воля на уровне национальном, и все это пошло вниз? Должна быть воля национальная. В Эстонии была воля национальная, полная политическая поддержка на разных уровнях. И из-за этого, я говорю, это идеальный климат, и даже там создался 15 лет. Должна быть сверху стратегия, план действия, ответственные сроки и требования внедрить, а не то, что кто готовый, тот внедряет, кто нет, у него есть очень много причин, почему отказаться и откладывать. Тут еще один очень важный момент. Насколько того, что, собственно, в какой-то части реализовывается во Львове, в какой-то части в других городах, оно насколько это все сочетается с национальным нашим украинским законодательством? Это двояко. В смысле, что мы создаем прецеденты, на уровне чего создаются стандарты и законы. Например, мы создали стандарты Bank ID через интернет-банк получать услуги. А государство сказало, что, конечно, это важная инновация. Она всюду в Европе, не всюду, в многих странах работает. В Эстонии с 98 года. Значит, надо урегулировать. И сейчас совместно частные предприятия и государство создают стандарты, которые подошли бы и частному рынку, и государству. То есть мы в хорошем смысле создаем прецеденты. Также мобильный телефон. Сейчас мы с Минюстом думаем, как создать европейские стандарты и урегулировать на примере. Это нужно, это важно, это востребовано и общая мировая практика, как сейчас урегулировать. И за это как раз спасибо многим органам, что и Министерство юстиции, и Агентство электронного регулирования, они поддерживают такой принцип, что частные предприятия инноваторы всегда один шаг впереди, и надо просто поддерживать развитие, а не тормозить и воздерживать, пока государство придумает что-то. Хорошо. Давайте тогда поговорим о том, будет ли Николаевский прецедент. Меморандум подписан. Да. Что дальше теперь по шагам? Как это дальше будет происходить? Теперь должен появиться офис, стулья, столы, телефоны. Либо как-то это по-другому. Что теперь будет происходить? Нет, я надеюсь, что это будет по-другому. Я понимаю, меморандум — это некое заявление о намерениях. Да. Что дальше? Дальше будет стратегия, что вообще делается. То есть есть некоторые приоритеты, что возможно сделать быстро, а что долгосрочная стратегия. Например, цель — вывести все услуги города электронными, чтобы через свой интернет-банк можно было бы их заказать, например. Мы понимаем, это не делается через день, но это план действий. Дальше у нас есть много быстрых действий, которые можно сделать. Открыть бюджет, вывести закупки на Прозоро, петиции принимать уже, электронное обращение. То есть, если мы видим в крупном плане, что важно, например, может транспорт не настолько быстро, можно завтра внедрить электронный билет, но услугу о справке несудимости, по примеру Львова, можно быстро внедрить. То есть по принципу, что можем делать быстро, делаем быстро. Кто будет решать? Вот это делаем сегодня, а это откладываем на следующий год, а это откладываем на через 10 лет. Да, мы сегодня подписали меморандум также с IT-предприятиями, которые же являются специалисты также в своей сфере. То есть будет, с одной стороны, и город, и специалисты, и IT-предприятия, которые могли бы поддержать создание их. И я и несколько еще международных экспертов, которые говорят, что, например, в мире созданы такие решения, в Украине созданы такие, и будет общее такое проконсультировано и предложено стратегия, думаю, что уже в течение нескольких месяцев максимально. То есть это должен быть быстрый процесс, а не затягиваться на долгое время. А тут такой еще важный вопрос. У нас же, вновь избранный городской голова и вновь избранный городской совет. И конфигурация городского совета такова, что городской голова не имеет уверенного большинства.
Оно как бы формально существует, но вот на завтра у нас назначена первая, фактически первая рабочая сессия городского совета, посмотрим, как оно работает. Но вот так вот явно выраженного большинства у городского головы нет. Вот, собственно, из опыта Львова, вот те решения, которые нужны для реализации этого проекта, они принимаются на уровне исполнительной власти, либо городской совет тоже должен там некое консолидированное большинство формировать и голосовать, либо не голосовать. Мэр Садовой же работал при условиях, где большинство была свобода, при этом, что мэры самопомощи тоже были условия, где было трудно работать, но он показывал результат. Это показывает, что независимость от, возможно, показывает результат. Но, во-первых, я хотела бы увидеть, кто из депутатов проголосует за открытие бюджета. Да, в теории это разные партии, но мне кажется, есть некоторые такие прецеденты, на которые должны бы пойти независимость от партии. Или народ будет спрашивать поименно, почему он не хочет открывать расходы города, почему он не хочет прозрачные тендера, почему не создать сайт петиции, где получать обращение народа. Мне кажется, есть такие приоритеты, которые выше одной партии, независимо от, понимающие, что уже пора и давно пора внедрять это. Ну, посмотрим, как это будет. Хотелось бы разделять ваш оптимизм. Собственно, журналисты отписали, что вот сегодня, общаясь там, ну, и в качестве эксперта, и с журналистами, и со студентами, вы показывали, собственно, и в том числе то, что называется карточка жителя Львова, да? Карточка львовянина. Да. Городской голова Сенкевич, когда он, собственно, стал городским головой, у него такая мысль тоже мелькнула, что вот нужно, наверное, будет создать такую вот штуку, которая будет называться карточка жителя Николаева. Как это вот работает во Львове, эта карточка? К сожалению, я сейчас не взяла с собой. Ну, мы понимаем, все равно это кусочек пластика, вот, там, с некими индивидуальными данными, которые там, ну, то есть мы понимаем, что такое пластиковая карта. Как это работает технически? Откуда на ней берутся деньги? Да. Вот, работают ли с ними только молодые люди среднего возраста, либо пенсионеры тоже уже обучены, люди старшего возраста? Это же важно. Как это работает? Ну, вот на этом кусочке пластика есть и фотографии, в том числе чип, через который можно подписать цифровые документы, то есть вошел в интернет, подписал своим паролем, и можно уже высылать, скажем, к разным органам власти, которые принимают. Мы параллельно и во Львове, и в Харькове проводим программу обучения, как пользоваться электронными услугами, компьютером вообще, этой карточкой и так далее. Например, мы выдаем карточку первым участникам АТО. Они также получают возможность быстрого обучения, как она работает, как можно получить услуги. То есть не просто выдается пластик, но также, если ты не умеешь пользоваться компьютером, мы обучим. Есть бесплатные курсы обучения компьютерной грамотности. Я думаю, что очень важно параллельно не только внедрять инновации, но и обучать пользоваться и создавать доступ. Библиотеки. Возможно, создать классы компьютеров или пункты доступа. На почте, почему не поставить компьютер, где можно также, если нет дома компьютера или возможности доступа, прийти и отослать свое электронное заявление, почту и что-то еще. То есть параллельно проводятся в этих городах, внедряются также возможность обучаться. Это делается. Вот, да, то, что, да. Вот все, что вы перечислили, это вот в том числе и уже существующий украинский опыт. Да, это постоянно работает. И обучение, и выдаются карточки каждый день во Львове. Кто за это платит? Ну, как минимум, карточку нужно напечатать, компьютеры нужно установить. Сегодня получилось, что IT-предприятия присоединились и создали на свой счет. Кабинет или личный портал жителя создало одно предприятие, хостинг выделило другое. Карточку создал Ощадбанк на свой счет, потому что он сказал, что в первую очередь участники АТО, это наша тоже социальная ответственность поддержать, как мы можем. И надо отдать должное, за 3 месяца Ощадбанк, государственный банк, создал вместе с Пластикард самое инновационное решение. То есть мы в хорошем смысле скопировали Эстонию и добавили еще несколько функций. И это насчет частных предприятий. На этой карте откуда берутся деньги? Человек сам их вносит там через банкомат? Да, конечно, это как банковская карточка также работает, да. Хорошо. Доступ к реестрам, к необходимым документам, то есть это мы ждем, пока реестры будут в неком электронном виде, как вот это вот. Большая проблема взаимодействия реестров. То есть, во-первых, многих реестров не существует даже как таковых. То есть реестры, например, на жителей, которые для того, чтобы получать услуги, должны быть разные реестры и взаимосвязь между собой. Например, если мне не нужна справка о несудимости, почему я должен предъявлять государству их уже справку? Посмотрите у себя. Почему я должен стоять в очереди, чтобы вам предъявить? Но пока не будет взаимодействия, что, например, МИНЮС может посмотреть в МВД, то это будет неполноценно. Сегодня нет этого закона, который
сказал бы, надо соединять реестры в одну целую, и нет некоторых технических решений. Опять же, это и есть высшая политическая воля создать это взаимодействие. Возможно, на городском уровне уже создавать реестры. Передали полномочия городам создавать свои реестры жителей, например, что уже создает возможности. Но это занимает, опять же, время, мы понимаем, создавать их. То есть все это работа? Конечно. 15 лет Эстонии при полных условиях. Мы понимаем, что это не будет завтра, но важно как раз план действий. Равно, вопрос же финансирования, он же важен. Ну не только же на волонтерских основаниях. Конечно. То есть... Конечно. Если есть стратегия, возможно и привлекать доноров, как было в разных и других регионах, других странах. Возможно привлекать некоторые городские области сейчас, хочет создать единое решение, что очень правильный план, что не каждый город должен внедрять сам, придумывать сам решение. Но есть одно, например, областное решение, к которому города могут присоединиться. И своего бюджета, может из областного. Но если, опять же, есть намеренность области города создавать, то, возможно, намного проще привлекать инвесторов. Например, государственно-частное партнерство. Хороший инструмент для работы. Многие решения интересны и для бизнеса. Например, предоставлять через мобильный телефон услуги, это же бизнес для операторов, банк ID, PrivatBank, SchatBank поддерживает, это же для них тоже клиенты и возможность предоставлять услуги. С другой стороны, для государства это работающий инструмент. То есть там есть много вариантов, если будет определено, что это вообще важно для города. Что через этот меморандум и город, и область сегодня показали, что намерения есть? Ну хорошо. Собственно, вот в Николаеве вас представляют как такого эксперта в IT-отрасли, я правильно понимаю? Я себя считаю айтишником, да. Да, но я думаю, что точно так же, и у вас это как-то выше прозвучало, что вы можете выступать и экспертом в плане привлечения, работы с инвестициями. Да, да, я руковожу ассоциацией инвесторов, да. Мы так на уровне разговоров и заявлений слышим, что во Львове реализовывается достаточно большое количество, то есть вот Львов приводится как пример того, как областной центр, который активно работает с разнообразными там западными донорами, да. Туда идут эти деньги. И нам говорят, что в Николаеве вообще просто физически некому этим, ну то есть никто не может этим заниматься. Вот как такая даже риторика в адрес николаевца, да. Может быть даже обидная. Как преодолеть эту историю? Все. Ну, я не думаю, что она как-то обоснованная, честно говоря. Конечно, она обоснованная, да. Очевидно, практика. Если, да. Условно говоря, гранты реализовываются во Львове, а в Николаеве они реализовываются, либо их какое-то мизерное количество, вот и ответ. Да, но я думаю, что не использован потенциал, скажем. Сегодня прозвучала очень интересная мысль от заместителя губернатора о том, что надо создать такую, ну, не организацию, но, может... департамент, может, меньше, который занимался бы привлечением грантов, инвестиций и доноров. Что мне тоже кажется важно, что постоянно велась бы работа в этом направлении, привлечение и не только инвесторов, но и партнеров. И как раз, например, частно-государственное партнерство, этот инструмент создался несколько месяцев назад. На законодательном уровне его не было. Это открывает опять новые возможности и возможности взаимодействия, под которые может тоже уже проще привлечь некоторых и партнеров, и инвесторов. То есть... Людей нужно учить как-то специально, чтобы этому работать, чтобы они могли работать в этом направлении или нет? Нужно учить, конечно, как оформлять разные направления, документы, стратегии, откуда привлекать некоторые контактные. Но я думаю, здесь как раз можно взаимодействовать и с нашей ассоциацией инвесторов, где 35 фондов от ИБРР, заканчивая маленькими стартап-фондами. И здесь как раз с радостью тоже поддерживаем о том, что предложить возможности Николаева нашим фондам-инвесторам. Ну, я так понимаю, что это пока не обсуждалось. Давайте пошагово, да. То есть, такая возможность, собственно, мы понимаем, что и вы в том числе такой канал, через который, собственно, к этой теме можно каким-то образом приобщаться. Да, если у нас будет, например, в электронном правительстве стратегия, что мы делаем, когда мы делаем, как быстро, то, конечно же, мы будем также привлекать тех партнеров, которые есть во Львове. Они уже сказали, что они готовы поддержать Николаев, если будет нужен их опыт. Счетбанк также готов выдавать карточку участникам АТО на свой счет, например. Также хостинговые центры, которые обслуживают Львов, готовы передать бесплатно некоторые решения. То есть те партнеры или инвесторы в каком-то смысле в будущее уже готовы поддержать также Николаев. И я думаю, что если у нас будет видение, что делать, я, конечно, буду предлагать нашим фондам, даже без специальных договоренностей, меморандумов. Это как часть всего того, что мы строим, поддержать и создание его. Хорошо. Также не могу не спросить. Ну, собственно, в Николаеве у нас новый городской голова. И так уже вот где-то на уровне такого
ну не скажу недовольство, но некий ропот присутствует среди николаевцев по поводу того, что вот новый городской голова, он привлекает людей к себе в команду, и это иногородние специалисты. Ну, наверное, это специалисты. Мы понимаем, что, собственно, мы доверяем городскому голове, либо вынуждены доверять. Но вот он привлекает иногородних специалистов. Николаевцы в этом смысле как-то остаются где-то, может быть, в стороне. Некая ревность возникает. Да. Вот, например, вы как привлеченный специалист. И вам ведь тоже придется с этим, возможно, столкнуться. Может быть, есть какое-то специальное послание, я не знаю, какой-то специальный месседж. Знаете, я была же привлеченным специалистом и в других городах, но мне кажется, если мы показываем результат, то не важно с какого ты города, а важно показывать постоянно ощутимые результаты. Но также же мы работаем с областью, и сегодня подписали меморандум, что это создается одна целая с областью, например, где пригласил меня заместитель председателя облсовета Михаил Соколов, в котором мы уже 5 лет общаемся на тему «надо проводить инновации, которые, когда будет возможность». То есть из-за этого, мне кажется, что важен не настолько с какого города, но или ты показывал результаты в разных городах, где ты был и оставил какой-то след. Я думаю, что этот вопрос или свой, или не свой, или насколько свой не будет стоять, когда будем уже постоянно показывать результаты. Но мы также должны, может быть, говорить о том, что инициативные николаевцы тоже не останутся в стороне. Мы сегодня и подписали с IT-предприятием меморандум, и постоянно приглашаем и призываем и волонтеров, и активистов присоединиться к этому, что мы делаем. Цель же не создать какое-то отдельное жизнерешение, но и с помощью как раз этих и местных предприятий и активистов создать что-то, что нужно для жителей Николаева. Потому что я не верю, что я знаю самое лучшее, что нужно для жителей Николаева. Потому мы создаем стратегию, где прописывается вместе с местными активистами, местной общественностью, какие приоритеты, что самое больше наболело, и решаем их, а не то, что мне кажется откуда-то из Эстонии. Хорошо. Ну и, наверное, подводя итог разговору. Ну, даже из того, что вы говорите, понятно, что Николаев, николаевцы стоят в начале такого непростого пути. Я надеюсь, что им будет проще, чем нам. Что они будут видеть результаты, а мы будем постоянно работать. Хорошо. Будем надеяться на лучшее. Яніка Мрила, член правления Центра европейской интеграции и развития Украины, директор инноваций Львівської міськради, была сегодня нашей гостью и отвечала на наши питання. Дякую, все найкращі. Велике дякую. Нам не вам. Спасибо, до свидания. Спасибо.